даем слово нашим комментаторам Баффику и другу. Спасибо большое, Олег. Спасибо, студия аналитики. Ну что ж, врываемся в третью карту. Я вижу, уже команды постепенно готовятся, уже ждут своего разлета. И мы тоже готовы, заряжены, хотим посмотреть третью карту. На сегодня это предпоследний матч. Короткий день, 4, ну, пятница, короткий день. Всего лишь 4 рабочих часа. Все логично. Ничего не сделаешь. А зато вот потом будут долгие рабочие субботы и воскресенья по 6 карт. Мы с вами посмотрим. Все для зрителей. Чтобы они наслаждались. В субботу, в воскресенье ты пришел вечером, взял себе там напитков различных, каких хочешь. Чай, кофе, капучино. Значит, взял каких-то плюшек, там пиццу заказал, что угодно. Смотришь 6 матчей подряд. Начинаем в 5 вечера, заканчиваем в 11. Никто не сделает это в пятницу, потому что в пятницу неудобно. Ну что, ты пришел с работы и будешь смотреть, ты уставший. Ты больше 4 матчей не посмотришь. То есть идеальная система для зрителя. Угу. Все для зрителя. Админы в данном случае просто лучшие. Ну вот я бы пришел с работы, с завода я прихожу, я бы что, смотрел сейчас PGI? Что ты, давай, все, да я прерву тебя. Что ты сейчас не на заводе, скажи, пожалуйста? А почему ты здесь? Так получилось. А, я понял. Так сложилась судьба. Меня уволили. Но, не, ну это круто. Я слишком много доты смотрел. Я понял. Лучше бы ты играл мне. Больше. У нас на самом деле, да, действительно, у нас очень напряженный будет суббота-воскресенье, не только потому, что много матчей будет, а потому, что развязка. Наконец-то будет развязка, да, действительно, мы решим, кто же поедет в Минск, завтра закроется группа А уже, да, вот после завтра закроется группа Б. Каждый день он будет по накалу крутой, мы не смотрим там, что вот завтра поиграли, послезавтра интереснее, завтра не очень. Нет, у нас две группы, и в каждой группе есть свои нюансы. И на самом деле, вот из-за того, что реально 10 команд проходит, дистанция между, там, грубо говоря, 6-й, 7-й командой и 12-й, 13-й, да, она несерьезная. И можно все что угодно сделать за 6 карт. Там, да, там небольшой разрыв и в группе А, и в группе Б, в принципе. Но мы видим, сколько можно вывести за карту. Здесь достаточно дорого дается, много дается за первое место, много дается за фраги. Мы увеличили, ну, не мы, конечно, ну, мы и Брэндон Грин. Я с ним, собственно, да. Увеличили в процентном соотношении очки за местоположение ваше, там топ-1, топ-2, топ-3, и, соответственно, фраги тоже дорого. Ну, вот, например, у нас DreamHack недавно проходил там 400 за первое место, 300 за второе, по 12 за убийство. Здесь же, по-моему, максимально дается среди турниров 500 первое, 15 одно убийство. Я тебе больше скажу. Вот у нас там игроки, я читал в Твиттере, не раз отзывались, что сложно играть, да, там много команд, перенасыщение на сервере, есть определенные там какие-то лаги присутствуют из-за того, что реально вот в онлайне такие нюансы есть. Но зато никто ни слова не сказал конкретно о системе, потому что система, на мой скромный взгляд, она в данном случае идеальна. 20 матчей — это марафонская дистанция, на которой ни одна команда не имеет ни малейшего права, опять же, на мой взгляд, говорить, что им не заперло. За 20 матчей ты не имеешь права говорить, что тебе не заперло. В топ-10 попасть — это не везение. В то же время проводим параллель с европейскими квалификациями, где было не 20 матчей, и где команда Liquid, например, отлетела, потому что не было этой дистанции, и были те же проблемы. И, в общем-то, нашим игрокам тут нужно, наоборот, где-то даже радоваться, потому что 10 команд проходит на финал, а на финале определенно играть проще будет. Из каждой группы 10. Конечно, из каждой группы 10. И с одной, и с другой. То есть у тебя, во-первых, нужно просто в 50% попасть команд, а во-вторых, ты еще будешь на лане играть отборы, как и, впрочем, в Европе. Но у нас, по крайней мере, дистанция лучше. У нас квалификация в этом плане чище, отбор чище. Поэтому я считаю, что наши команды должны быть довольны тем, что происходит именно с точки зрения формата. Хоть раздеться успел Хамик перед тем, как его передавил Багги. Ну, неприятное начало для него. Мне вот очень интересно раздеться, это напугать что-то, какой план был? Нет, ну просто оденься в чистое, да. Обрати внимание, вот сейчас нам показывают, это новая фишка, которая появляется, и мне приоткрыли занавес, сказали, что у нас вот эти все фишки, которые там будут на лане, вот как мы с тобой на DreamHack'е видели, если вспомнишь на DreamHack'е ситуацию, когда команда вылетала, показывалось, что какая-то команда конкретно выбыла, ее логотип, и что команда покинула розыгрыш конкретной карты. Eliminated, да-да-да. Да, и мне уже приоткрыли, я сейчас открываю, конечно, немножечко карты, но такие фишки должны быть на лане. И поэтому сейчас уже видим первые наработки, уже мы видим, что есть логотипы команд, и чем ближе мы идем к мероприятию основному, тем больше фишек появляется. Это, кстати, тоже серьезный прогресс, который должен идти
дисциплины, любой дисциплины, кибердисциплины, развития, трансляции. Основа — планка продакшена. Планка продакшена должна повышаться. И... Нет, это ВОК, Дима. Это ВОК. Посмотри, у них сковородка на этом, на логотипе. У них сковородка на логотипе. Это ВОК, это не шок, это ВОК. Теперь это реально шок. Вот теперь это шок. Вот до этого вообще не было ничего. Сейчас это шок. Я не буду по-другому называть их. Юниверс. Потеряли тиммейта, потеряли бедного несчастного Хамика. Только-только парень доказал свою невиновность. Слушай, ну намного приятнее смотреть, честно. Я вот логотипы вообще круто, кайф. Причем я жду нормальные логотипы. И это хорошо с той стороны, что очень много команд окрашены в одну похожую цветовую гамму. Да. Там оттенки, знаешь, темно-зеленый, угу. светло-зеленый, бирюза. Ну, короче, для мужчин это все одно и то да, же. Да. Если ты не дизайнер какой-то, действительно, какого-то прогрессивного города Центральной Европы, то очень трудно отличить бирюзу от цвета морской волны. Или сине-зеленое от зелено-синего. Мне нравится всегда общение с девушками. Девушки, на самом деле, в большинстве своем, они все эти цвета различают. И mm-hmm. они говорят, смотри, это же хаки там, или это какая-то там голубая палитра. Ты говоришь, да нет, ну это синий или там голубой цвет. Говорят, ну ты что, дальтоник? Да, и все говорят, мужики, что мы дальтоники, но мы просто ленивые, и мы не изучаем всю эту палитру цветов, если честно. Чувак, что различать их несложно. Просто плевать вообще. Ну это правда, кстати, да. Ну, это реально для нас, это повально причем. Это просто знание повально. Вытесняет какую-то другую информацию. Конечно, важную. Ты вот реально выучил, чем отличается бирюзовый от сине-зеленого, и просто забыл, как дышать, например. Все, это критическая ошибка, критическая. Да, это факт. Шовинизм на эфире. Забивать себе голову бесполезной информацией, да, это тоже такой себе вампир. Уже перетяжечка идет от него из Сосновки. Тут будет занимать локацию, чтобы никто ее до него не вздумал, наверное, занимать. Нет, поехал дальше. Думал, может быть, будет около моста сидеть. Зона у нас подобная уже была. Сегодня вообще у нас зоны все близко к центру разыгрываются. В одном случае мы помним, что это была история с движением в сторону Мильты. В другом случае это движение в сторону Северного. Посмотрим, как на этот раз сложится обстоятельства. Тут уже Мильты никакой не будет, естественно, но вариантов массы для розыгрыша, вплоть до смещения на Георгополь. Такое тоже возможно. Но сегодня у нас зоны близко к центру, все крутятся. Кибер-спортивненько. Да, часто туда. Ну, если все центруется на реку, например, уйдет, тоже не очень будет комфортно играть. С другой стороны, это не тогда, когда зона в море уходит на 45%. Очень трудно это сделать. Team Bad English получают один фраг, забирают игрока команды Way to Hell, игрока под никнеймом Total Best. Ну, это здесь, это в руинах все. Казалось бы, такая локация непопулярная, но мы помним, и Дрейнис сюда падал. На Венецию потом, да, смещался на руины. Сейчас встреча Team Bad English со своими врагами потенциальными. Ну, это тот случай, знаешь, когда ты думаешь, эх, сейчас бы рыбки красной покушать, да запеченной. А потом смотришь в холодильник, у тебя там гречка и оливки просто. И ты ешь гречку с оливками. Вот, пожалуйста, этот прекрасный пример просто из жизни. Поэтому по обстоятельствам и руины — это отличная локация для лута. Не, так-то неплохо, да. Можно и вообще ничего не лутать, просто лечь. Просто умереть? Это не так просто. Это не так просто. Так, Юниверс на... Ты знаешь, да, Юниверс на Северном этот раз сидят. У них неплохая ситуация. Ну, на смещение начинают. Вот даже, как бы, команда Huge Potential уже едут в зону. Команда просто тоже смещается. Ну и Na'Vi тоже выдвигаются. Видим по карте. Пока только молодой с кем-то еще одним с тиммейтом. Плюс один, это, собственно, он и есть. Ну, а остальные два игрока NATO Свинцера пока еще лутаются. Но синий круг не самый, мы понимаем, да, не самый быстро двигающийся. И это первая зона, 5 минут сужения, это достаточно много. И если у вас есть автотранспорт, а он возле Приморска есть, особенно когда в соло его лутаете, то, я думаю, должно успевать. Huge Potential, вот видим, даже они в зону едут. И просто тоже туда смещаются. Может быть, встреча.
на самом деле, но эта встреча ничем не закончится, потому что там по одному человеку на транспортное средство пересаживаться на соседнее место Золтерс вряд ли будет и стрелять, а если Арквей пересядет на соседнее место, он упадет и разобьется. Да, такая еще из-за заряда дополнительной информации, но важной в том числе. Вчера, кто смотрел трансляцию, помнят, что были проблемы определенные с картой, которой я немного позже реагировал на происходящее в игре. Это была задержка прямо когда на карте. Зона шла, а люди оставались. Да, совершенно верно. И плюс был нюанс, я об этом говорил вчера в студии аналитики, что игроки очень часто слышат то, что не должны слышать. То есть, находясь, например, там на расстоянии в 1000 метров, 2000 метров, ты будешь слышать человека, как он топает, причем как будто он рядом. Эти вопросы, эти нюансы все в сегодняшнем патче на игровом сервере, на котором команды играют, были пофикшены. Так что организаторы обещали, организаторы сделали. Это факт. Да, FLG теряют еще одного, не еще одного, а в принципе одного из своих игроков. И Эдельвейс под обстрелом от Ривера. Ну, опять же, это все на Венеции происходит. Не самые топовые локации, не самые популярные, но видим, что здесь война и эти места не миновала. Приходится сражаться за эти локации. Ну и команде Way to Hell не очень просто. Да, FLG одного потеряли, с другой стороны, Way to Hell через поле надо выходить. Если Эдельвейс какой-то нормальный ног сделает и Загоро это сделает, то можно и забрать. Либо да, Ривера, там, либо там не так много укрытия, правда. ПВЕ въезжают последними в круг, но, опять же, синюю зону никто не игнорирует. Все въезжают без потерь для себя по ресурсам. Очень круто. Да, очень круто здесь, и правда, все уже в белом круге у нас. Это не самый обычный розыгрыш, потому что часто бывает, что какая-то команда опоздать может в этом плане. А переворачивается Дастиш, чики-брики да, потеряли. Просто ты видел, что произошло с скиллфидом. Там граната была, и подубивали пуш, мне двух игроков просто, по-моему, теряют. Нам этот момент не показали. Просто въезжали близко к центру, было. Они там возле шутинг рейндж. Да, да, они потеряли. Потеряли в итоге да, у них Мун остался плюс один. Кто второй, я сейчас даже на Уай заканчивается, скажу. Это Арквей. Да, Арквей. Арквей. Вот они как раз вдвоем на мотоцикле ехали, а два остальных игрока немного попозже въезжали. Там супер граната была, видимо, и добивание также было от Пушми. Юниверс, смотри, покинули, покинули Северный, хотя, казалось бы, можно было бы и в нем сидеть, остаться, но въехали немножко там левее, если по карте смотреть. В итоге наткнулись на врагов и там вступили в перестрелку. Уже. Ох, Дмитрий, вот та самая ситуация, где была типа как бы встреча FLG и Way to Hell, и тут внезапно в спину к Way to Hell нагрянула команда Tier 4. Уже убирает эта команда LOL Show, остаются вдвоем Way to Hell. Риверо уполз куда подальше за холм, но там ситуация не лучше. Спереди тебя встречают FLG, с тыла у тебя тоже друзья из Tier 4, которые на самом деле не друзья, а недруги. И все. Как бы ты назвал, вот смотри, хлеб, масло, колбаса и сыр сверху. Как бы ты это назвал? Так именно, если по-русски. Бутерброд? Это он. Я вчера, кстати, рассказывал на студии аналитики, у нас было обсуждение по поводу бутерброда. Я говорил, что в бутерброде на самом-то деле хлеб, самое масло. Вкусное — это колбаса. А. Вот. А в бутерброде киберспортивном, в данном случае PUBG, колбаса — это худшее, потому что у тебя... Тебя съедают первым. Вот в чем дело. То есть есть снизу хлеб, сверху какая-то булочка, а колбаса-то она сразу отлетает. Я бы не назвал, на самом деле, знаешь почему? Я бы не назвал в итоге вот эту ситуацию бутербродом, назвал бы его все-таки бургером. По одной простой причине, потому что все равно в середине оказывается какая-то киберкотлета. По-любому. А это уже бургер, извините меня, да, это уже не сэндвич, не бутерброд. Это правда. Так, Нави занимают 3 дома на выезде из Гергополя на контейнерах. И сейчас будет встреча. Убах падает. Переехали. Но Лейм расстреливает в это время двух вместе с молодым. Да, они закрывают двух приезжих вот этих ребятишек. Ринолог пытается еще поползать, но далеко он не уползет. Ну и молодой пока поднимает Убаха. А в это время Дренис должен разобраться. Причем тут очень хорошо передается вот какой-то момент с разборками. На Ибаха в прямом смысле слова наехали. Угу. Братва включилась, братва помогла. Идеально, на самом деле, подходит под эту ситуацию. Разборки из 90-х.
Ну что ж, продолжаем наблюдать. Тир 4 гейминг. Посмотри, что у нас произошло. Внезапно уже они занимают место в Венеции, такое для себя укромное. Да, и по сути, мост контролирует любой проезд по этому мосту. Там ЛГ есть удобно. Я вот, кстати, не знаю, они ФЛГ точно знают или нет все-таки? Ну, должны предполагать. Не похоже, что Shadow вообще отсвечивал в доме, там особо не стрелял. Я так понимаю, кто был в поле, погиб. Вот кто у них был на пути, парень, которого мы в бутерброд с тобой окрестили. Uh-huh. По-моему, он отлетел, но кто-то из его тиммейтов еще жив, поэтому... Это Way to Hell, да, по-моему? Да, Way to Hell, да-да-да. Но 20 команд смотри, все еще на карте, поэтому... Если изучают, кто где лутается, то Тир 4 должны знать, что там лутается всегда Shadow и его банда. Всегда они лутают Венецию. Поэтому, может быть, положение такое изучают, есть. Изучают, да, изучают. Я думаю, Killfeed, наверное, посматривали, знали, FLG кто-то отлетал или нет, сколько потенциально остается. В любом случае, Кэп должен одним глазом смотреть Killfeed всегда и... Что у них написано? Huge Potential. Название команды. Я вот с этой стороны не как Potential, а как будто отлетел или что-то potential. Такое. Potential. Не-не, Potential, Potential. Ты научишься читать, это несложно. Причем это просто, по-моему, из этого, как это называется, арт... Да-да. Артворд. Да-да-да, артворд. Просто оттуда взято. Но вам не быть дизайнером, и вот эта вот пикча из артворд, это мы еще посмотрим. Да-да-да. Красота. Ну, хороший логотип, качественный. Так, команда Force занимает гору над Рожком. Между Рожком и школой находится Шаманенок. Тем временем падает элитплеер. Нокает его. Ну, М19 тоже на одних из своих любимых позиций сейчас прибывает. Разделились 2 плюс 2. Занимают так гору и через гору. А Шаманенка не поднять, да? ПВЕ продают. По-моему, нет. Ну, там да, даже и нет даже никого рядом. Рядом никого действительно нет. Украдут ли Шаманенка? Ну, тоже не похоже, чтобы кто-то фраг мог украсть у команды М19. Шаманенок сейчас... Погибнет. До свидания, Шаманенок. Элитплееру достается данный фраг. Ну и в целом М19 без потерь пока играют. Остатки 18-й команды ПВЕ находятся тоже вот около М19, но чуть ниже там, правее. Поехал, видимо, на разведку, не вернулся. Ну, мы вообще часто наблюдаем сегодня вот такие одиноких разведчиков, таких одиноких разведчиков, которые въезжают, погибают. Ну, это причем... суть амплуа на самом деле. Ты поэтому едешь на разведку, понять, есть ли там опасность. Если есть, то остальные три не едут. Вот. Очень часто мы тоже говорим, да, там мета либо 3-1, либо 2-2 играют. Вдвоем вы еще можете постреляться, а в соло никто никогда никого не убивает. Он обычно приезжает и отлетает. Но хотя бы информацию, как бы, выживает стая. Один погибает, стая выживает. Ну, какое-то время так точно. Так, круг уходит, очень напоминает предыдущий на самом деле круг. Вот прям да. Не то, что напоминает, это очень похоже, что это он. Данный круг, самолет также захвачен в этот круг. И если он реально отцентруется на шутинг рейндж туда, немного ниже него, то чуть ли не повторение будет. Все верно. Помним, как Нави было неловко в том розыгрыше здесь. Если вдруг не на шутинг пойдет, то Нави, конечно, ситуация будет лучше. Вспомни, Нави, что делали. Нави, вот дом, где ТБЕ находится, Нави тогда его занимали. И сейчас этот дом тоже в зоне, и Нави вроде как даже в ту сторону выезжают. Мы потенциально можем драку видеть против команды ТБЕ. Этот дом неплохо пушит, там есть гора, есть прострел на второй этаж сразу же. Я думаю, ты помнишь, сколько раз мы в этом доме с тобой отлетали. В дуо, в сквадах. Это одна из наших любимых локаций. Вот я ну, смотрю... Для умереть. Да-да-да. Хьюстон Редди и Сай Фокс, они так ехали уверенно по ним. Спереди стрельба, сзади стрельба. Мужчины разворачиваемся, а разворачиваться же вроде как и некуда. В итоге один вообще пошел вплавь, пустился. Не ошибка. Да. Ну и остаются вот эти парни вдвоем. Ну, есть там третий, но он еле живой, и он плавает, правда. Встреча ТБЕ против ТБЕ команды ПВЕ. Все, закрыли, пацанов. Супер. Нет, не закрыли. Все еще 20. Громозека живой. Сэнфай настреливает. Громозека урона не получает. И последние свои команды просто на поиске будет играть. Не идет сегодня у Шаманенка. Мы удивляли, что этот парень неправда хороший стрелок. Очень часто с его участием много нарезок было у нас непосредственно в лучших моментах и игрового дня, и карт. Сегодня Шаманенок немногословен, как и его команда. От них мы не наблюдаем, пока... Громозека приехал. Громозек Арквейт забирает. Сможет ли забрать Муна? Там, по идее, перезарядка сейчас у Громозеки будет. Все, нет, 28 патронов в рожке. Все нормально. Он за 12 патриков справился. Слушай, ну если второго большой заберет, я забираю свои слова обратно тогда по поводу ПВЕ. Это будет супер. Так на характере заехать в локацию, где сидят два недруга. Одного уже убить, второго...
Ну, тоже можно потенциально забрать. Зерон вместе с Дабумом под обстрелом. Дабум падает, забирает его яички дракона. И команда Дабума, это команда Afteralt, первый погибает. Покидает данный розыгрыш, да. Да, Громозека в итоге выводит свою команду в топ-19 минимум. Ага, это уже показатель. Муна сейчас закроет, в топ-18 можно будет зайти. Мун, по-моему, последние свои. Да, Мун последние свои команды, двоих же там потеряли под шутинг рейндж. Они когда в машинке ехали, мы помним, еще это давно этот эпизод был. Ну и что, зона пошла, жду следующего круга. Этот не самый интересный, все так вроде расселись по своим домикам, никто никого ниоткуда не выжимает. А что случилось с Венецией у нас? Вот тир-4 сместились, а где ребята, которые тоже были? А, вон Way to Hell, вон. Поехали, приехали. Нави в это время взрывают Way to Hell и заканчивают свою часть Way to Hell в данной окей. карте. Вот-вот-вот, FLG были у нас вторые, да, в Венеции. Они поехали по... Вообще за кругом они действуют. За кругом, обратите в другой внимание. Стороне, да-да-да, они да, там да. от Ясной Поляны Справа будут съедут. Заезжать. С востока будут заезжать. Окей. Если доедут, по ним ведут стрельбу. Вроде доехали, нашли там себе низинку, сели и будут лечиться. Окей. Значит, у нас ребята, которые были в Венеции, и Тир-4, и FLG пока практически в порядке. Тир-4 так в полном порядке, они вчетвером в живых и могут потенциально с тыла на Нави выйти. Как все, круг другой. Круг не повторяет предыдущий. Это здорово, и у нас он уйдет. Ну, вы видите, собственно, куда он уйдет. М19 в неплохом положении, за исключением одного нюанса, на них сейчас много кто будет переть. У Веги тоже очень неплохо. Все, вот эта локация с домами вдоль дороги, нормально там обстрел можно вести оттуда. Достаточно такая равнина вдоль дороги, можно смотреть любые перемещения. Но она на краю потенциально находится, поэтому М19 принимают решение поехать в центр, и они, команда FiveRex туда съезжает. Пожалуйста, вот они. FiveRex, да. И Вегаскадрон встречаются, псих, нокает двоих, ну и нормально справились. Да, просто, ну и там еще Батулин на разведку поехал, тоже так. Не-не-не, Батулин говорит, окей, все, я потом заеду. Кемба собрал просто, собрал можно, всех. Да. Можно я потом приеду попозже? Ну, неплохо, хорошие решения принимают, но вчетвером здесь не очень комфортно сидеть. Домик маленький, домик под одну, максимум две хаешки, вы все умираете. У нас к М19 гости идут, там и молодой на разведку едет, и форс заходят с тыла, если посмотреть. Молодой останавливается, где-то там выбрал для себя какое-то укрытие. Нам этот момент пока не демонстрируют. Но вот сейчас, я думаю, можете потихонечку видеть, где находится молодой. Он за пригорком прячется. У него по левую сторону М19, по правую сторону есть еще ребята из... Yellow Snow, все верно. Они вдвоем остались. Под молодого подтягиваются остатки Нави. Да, ну так, конечно, их называю в данном случае. Ну все, Нави вместе. И потенциально перестрелка, тут такой серьезный квадрат получается, что ли, даже не треугольник. Четыре команды, это Force, это М19, это Na'Vi. Ну, пока прилетает по Yellow Snow. Да, центр зоны пустует очень сильно. Na'Vi, есть но Greenhawk с Huge Potential. Колдера в размен забирает. Ты не забываешь, что еще Tier-4 там выходит понемногу с тыла тоже. Клосс падает при покер. Последний из своей команды. Очень сложный Чики-Брики будет справиться с этой задачей. Все-таки много тиммейтов вокруг и знаем, где находится при покер. Он далеко от зоны при этом находится. Надо бы смещаться по-хорошему ему, но вряд ли. Он самый-самый-самый край зоны занимает. Huge Potential, по идее, либо закроют его, либо просто не пустят. Так, а что тут у нас? Громозека был с Муном. Фу, начали выкуривать Муна. Первая гранатка прилетает. Будет ли подниматься? Поглядывает, я смотрю, Yellow Senpai стоит параллельно в доме и смотрит, не выходит ли Мун там посмотреть в окошко. Если придет посмотреть, то прилетит сразу по Муну, не успевает быстро перевестись, его закрывают. Да, даже в размен не смог выйти. Покидают розыгрыш на 16-м месте. И Чики-брики на 16-м, а просто на 17-м отлетели. Окей. Ну да, в итоге он теряем. Я думаю, что по большому счету она не очень вообще важно. Пофиг. Глобально просто пофиг. Четвертая игровая зона. Это, кстати, четвертая, вот третья, с третьей по пятую, чуть ли не самые кровавые зоны. Обычно. Как же отрабатывает мазафак, посмотри. Отлично, запушил пушми. И сейчас... Не, ну не просили, он запушил. В чем проблема? Да, Мирури остается. Мирури за будкой прятался, знает о нем Мазафака. Главное попасть сейчас. Побежал Мирури. Но Мазафака тут не совсем точно. Это под гранатки на самом деле. Все, меняют, выкуривают его, бросают молотов. Мирури знает, что не в будке, а за ней горит. Горим, дымим. Горит Мирури, убийца плачет. Сгорел на работе.
Мирури живет, пока еще живет, но это на один выстрел. Там Форс Вок уничтожают тоже параллельно. Мы видим в киллфиде, как Вок отлетает от Форзов. Граната была хорошая. И добивание мидим есть. Тимити включается. Да, Тимити да, падает. Мага человека. Еще на ногах. Мага Гришку и Садовника забирает. Мага все еще стоит. Достаточно... Так, да, так по-боевому. Также перестрелка вот в этом квадрате, она продолжает... Прогрузилась или что? Мага просто... Мага все, Мага закрыл все, команду Форс. Всех закрыл, да. Мага закрыл команду Форс. Минус 3 делает он, ну просто браво. Просто браво. Круто все получается. А... Нави... Ну, Дрейнис был в ноке, сейчас должны поднять. Там тир 4 гейминг получают тоже. Дрейниса не дали поднять. Дрейнис добивает Вортекс, я смотрю. Дай. И идет ответочка от Ибаха. Ксион у нас в ноке. Ситуация накаляется. Посмотри вообще на круг. Вот сейчас был он на миникарте. Центр круга вообще пустой. Никто не смещается туда, потому что все по радиусу как раз-таки, по самой окружности все баталии ведутся. Вообще центр все на юге, пустой. Да, обрати внимание. На и на юге, да-да-да. Ну и вообще никто ничего не занимает. Если бы знали об этом Vegas Squadron, уже давным-давно бы заняли холмы в центре и не парились бы до конца игры. Угу. Поставили бы машинки, защитили со всех сторон. Ну что, у нас Анви остается последний из команды Universe. Ноль фрагов у него лично. В целом один фраг на команду. Плейсмент, ну, наверное, неплохой, с учетом того, как команда данная выступает. Где-то, может, даже и заползет. Вроде он может свободно входить в круг. Ух, какая граната. Вот яички дракона. Яичко дракона. Вот яичко дракона. Вот так. Еще одна граната готовится. Если это будет точный, там можно и поднимающего... подбить. Нет. Неточная граната. По-моему, закончились гранаты. У него и отступает играть на положение. Ламыч с Иваном снова под этот домик подошли. Они знают, что здесь тир 4. Там Березовский Олежа есть. Метрикс. Да, Метрикс вообще сидит один оставшись. Приходится ему выживать как может. Знает, что рядом соседство не самое приятное, но что делать? Ну да, он не палится. Просто не палится. Я думаю, если бы его увидели, то запушили бы. С другой стороны, не хочется пушить, когда там Нави тоже контролирует данную ситуацию, чтобы по тебе не попали. Бланк падает из Beast Mode. Яички дракона делает ног по нему. И Бланка добивает игрок команды KitKat. Сам же KitKat теряет уже двух парней. Коля Гараж. Не одного, одного. Коля Гараж падает. Vegas Squadron включились. Сайленс тоже не жилец. Умирает. Ну и все. Все, на 12 месте KitKat заканчивает. Анви побежал под шумок. И вообще ваши баталии фиолетово абсолютно. До сковородки. Просто вбежать в, в белый круг и лечь. А ну, пожалуйста, вбежал Зольтерс в белый круг и лег. Да-да-да, Зольтерс смог бы его встретить, но, по-моему, этого не произойдет. Бестмод. По ним шла работа со стороны Веги, но там есть укрытие у Бестмод, там есть деревья. Слушай, не доползет Анви. На самом деле не доползет, но все еще, да, он не в зоне, ему надо вставать и бежать. Он это понимает, потерял хитпоинты, Золтерса сейчас увидит. Анви либо от круга сгорит, либо его Золтерс убьет. Золтерс сам лег, Анви за камешек ползет. Камешек не в круге, да? Или в круге? Не вижу, не вижу, не вижу. Похоже, что часть камешка. Ну, вроде вполз, да, уже бы нохнулся. Молодой начинает пушить сразу двух, два коллектива. И тир 4 отваливается, и Метрикс тоже. Да, тоже покидает нас. Минус... Нави уработали. А, нет, нет, Олежа еще есть. Есть еще Олежа. По одному забрали из каждого коллектива. Лежат парни, отдыхают. Анви вообще у нас без каски бедный. Да, добили, кстати, Олежу, но это сделали 15, если что. Золтерс услышал Анви, видимо, и знал его перемещение. Отличная работа от Золтерса. В топ-10 вбежал, начинал с топ-19, в топ-10 в итоге вбежал. Да, Анви в этом плане максимум. Юниверс вообще 0 очков имели до сегодняшнего розыгрыша, так что здесь за любые поинты надо цепляться. Вортекс в это время нокает гранатой. Не понимаю, как ник это читается. Яички дракона. Да, точно, точно, да. Так, ну и Золтерс лежит. Мы помним, он там Нави, Нави, Анви. Анви закрыл. Почти одно и то же, в принципе. И правда. Так, отстреливают еще одного игрока Huge Potential. Остается Золтерс. И приходится ему тоже вкатываться, видимо. Вползать даже, а не вкатываться. Вкатывается он уже как труп, только разве что. Так, им 19. В итоге комфортно входить в круг. Батулин, я смотрю по миникарте, контролирует все это. Золтерс падает. И Бестмод. Триумфаторы прошлого розыгрыша делают данный фраг. Так, ну какой-то
вот я до сих пор борьбы за центр вообще никакой, понимаешь? Все по окраинам. Все по окраинам. Сейчас игрок команды FLG, который такой большущий радиус давали, за Синкой ездили, въехал в белый круг, посмотрел, что там происходит. Ладно, говорит, я на краю постою, центр мне не нужен. И мы, наверное, сейчас в итоге поймем, почему центр не нужен, потому что он под обстрелом. Он просто равнина. Эта игра будет очень кровавой. Костя, в тылу у М19. Первого подстрелил. М24 в руках. По экземплу идет стрельба также. Промахивается. Еще раз целится. У М19 положение не из лучших по ним. И бист мод, походу, работают сверху. И нужно прятаться. А в тылу забыли про мальчика. Этот мальчик сейчас делает очень больно. Бицепс решил взорвать УАЗик, но сам сейчас выбегает на равнину. Но его не видят, потому что там в дыму ползает М19. Нави могут увидеть. Нави могут увидеть. Смотрит в ту сторону ламы, чужие не смотрит. Там дерево, кора просто так не отлетает от дерева. Да. Очевидно, стреляли уже по нему. Ну, прячется за вот этот микро-ЛГ, который за холмиком малюсеньким. Можно отлежаться там, плюс взорванный УАЗик, за ним можно немножко постоять. Ну, никто из М19 падает. Не контролировал тыл, это факт. В итоге вот так вот с тыла зашел последний представитель Тир-4, еще немного нагадил. Через тыл просто развалят. Костя Бицепса не видят. Костя Бицепс делает стрельбу по Константину, нокает его. И в дым. Просто уходит Костя в дым. Сейчас, может, даже займет дерево в стритплеера. Просто прям по нему уходит. Не наступи, не наступи на него. Просто задавишь экземпл. Ну, ждет. Сейчас дым развеется, начнется мясо. Не видит, никого не видит. Никого не видит. Здесь никого нет. Но там один за баги. О, вот они, здорово. Мужчины, здравствуйте. Но это минус два фрага. Не успевает сделать два фрага. Может быть, добивать не стоило, перевестись нет, направо? Нет, стоило. Я думаю, да. Вообще без вариантов. Просто максимум вариантов. Выжить. Ну ладно. У тебя один рожок, да, одного надо нокнуть, второго увидеть. Там только два потенциально было в живых. То есть там два было в ноке, два в живых. Если бы перевелся, еще второго убил, но это минус сквад. А ты представь просто вот это сердцебиение в эту секунду. Ну, конечно. Там 150, давление 200. Вообще нет, никаких вопросов к нему быть не может. Тут холодный расчет, я даже не знаю, конечно, у кого конечно. Может быть. Никаких абсолютно вопросов к нему быть не может в этой ситуации. Так, чисто хотел два фрага еще заработать, плюс 30 для команды. Ну и плейсмент неплохой, 8 место для данного коллектива. Ну что ж, Нави рядом с ТБЕ находится, Вегас Квадрон. Гранатка от Максизора очень важная будет. Попадет, а Лосипаем может неприятно быть. Не долетает. Корв, видите, 16-я команда, команда Beast Mode, уже не в топ-7, и Корв остался в соло, поэтому ему по-хорошему заползать надо аккуратно, может даже и не трогать Вегу. Экзампл падает вот на Свинцера. Ламыч из МК-14 делает данный нок и въезжает М19, я вижу, что один из игроков решил въехать в центр круга на транспорте. Ой, Ламыч успел, ТБЕ входят, Ламыча нокают, и Бах там тоже на горизонте, и пока молодой. Хорошо стреляет молодой, хорошо, весьма неплохо отыгрывает. Отворачивается молодой. Видит, видит, где находится Ксион. Видит Ламыча, хотят добить, да, на Ламыче фраг зарабатывают. Баха и забирают. Бах тоже падает, молодой остается в соло. 9 фрагов Нави уже сделали, и получится ли здесь добить. Молодой в зоне, молодой все прекрасно знает. Молодой понимает, что тот резает своего тиммейта. И надо как бы... Же, как же удачно ТБЕ-то выскочили, да, просто в тыл Ламычу. Слушай, молодой пошел за камешек прятаться, либо же пошел рашить. Стреляет, дым настреливает, но тяжело дается. Видит, Ксио перезаряжается, нокает его, молодой, ну, кэп за всю команду. 10 фрагов, что у нас у Свинсур и топ-5 по плейсменту. Ах, видел спину Максизор своего оппонента, стрелял, не попался одного оружия, не попался второго. И самому Максизору прилетает, по-моему, с тыла, если я не ошибаюсь. Да, по нему вел обстрел игрок, если мне... Бестмод закрыли, не да? Не изменяет глаза, то, по-моему, 19. Может быть, может быть. Молодой с элитплеером, который за зоной был, вот выбежал из-за нее. Молодой ведет стрельбу. Молодой за камешком. Молодой вроде в зоне. А что у него по аптекам? Я смотрю, он как-то не лечится особо. А, вот сейчас бинт. Ну да, его только неужели что. Неужели только бинты? Пожалуй, он перед этим использовал аптеку. Ух, это похоже, неприятно. Да, похоже, что бинтуется. И зона вообще не на него. Тут надо просто какое-то чудеса стрельбы показывать, чтобы выбить себе путь в зону. Но посмотри на М19. Туда направлен взгляд игрока, который на ногах. Кемба пытается закрыть игрока 5-Rex, знает, где он находится. Хорошо лежит. На Е1 из М19 нокнутый. Не видит его Кемба, нужно сближаться, чтобы видеть. Ну, Веги все очень круто по шансам. Может, он шлем увидит? Слушай, неужто он шлем отсюда увидит? Нет, 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 не должен. Травка мешает. Не должен, нужно ближе подходить, чтобы увидеть полноценно. Так, ну и в круге в Вега Сквадрон их трое.
Их трое, больше такого количества на карте нет. Hello Senpai падает от Vega Squadron. Ну, все прекрасно для Веги. Акулы должны, по идее, даже забирать этот розыгрыш. Вряд ли что-то получится сделать. Все слишком мало человек живых имеют. Там по одному осталось. А по сути, всю зону контролирует Vega Squadron сейчас, все подходы. Батурин еще и молодого закрыл, как раз за камушком сидящего. Ну, Батурину на топ-2 надо рассчитывать, на самом деле. В ЛГ пытается уйти Саша, но... По-моему, Вортекс топ-2, Батулина слышали, похоже, значит, на то, он да. стрелял, да. Батулин делает ног, но Кемба добивает Батулина. Ну и все, Вортекс топ-2 для своей команды. Вортекс, а ну-ка, хаешка туда. Побежал, а ну-ка, побежал, хочет повоевать Вортекс. Видит Кембу ложится. Он в зоне. Клочевать может и получится у этого парня. Ну, просто если Кембу сейчас подбить, то шансы будут. Все. Легли, уже никаких шансов нет, просто тихонечко. Тут, я думаю, закрыли Вортекса, вряд ли даже получится забрать кого-то. О, классно выходит, да. По трем направлениям ты так никак не закроешь. Так, хороший плейсмент для Bad English, второе место. С нормальным количеством фрагов все достаточно круто. Молодой заполз в топ-4, М19, топ-3, но тут более-менее заслуженно для М19. Повоевали и поборолись за место в круге. Ну и поздравляем Vega Squadron. Зона шла, пускай и не на них, но у них, получается, была вся северная часть. Они контролировали. Вот это тот случай, когда вы контролируете огромный кусок зоны, что дает вам возможность там свободно проезжать, там знать, что у вас слева нет, справа нет. Мы видели на карте, они с северного смещались, ну не северного, чуть ниже, сколько там, какой огромный пласт был за командой Vega Squadron. Ну отсюда и хорошее место. Такие результаты для Bad English — это как свежий воздух внезапно, потому что они находятся вне десятки, они в 12 месте располагаются. И такие позиции по розыгрышам их приведут в десятку спокойно. Так что в таком же духе можно продолжать. Ребята молодцы. Ребята комфортно разыграли в данном случае. Причем последний реально доживал. Еще хотел там и правда клатч какой-то организовать, но не получилось. Вега молодцы. Вега очень четко выбрали для себя, конечно, положение. М19 старались. Молодой там как мог уже доживал. Для Нави выходящие с тыла стали неожиданными. Для М19 выходящие с тыла. Один представитель Тир-4 гейминга это был, тоже стал неожиданным. Тыл не контролировали, в итоге пропустили вот такие. На визбоем пробирались туда. Это так и должно, пожалуй, быть. У них там концентрация людей на квадратный метр была запредельная. Поэтому ничего удивительного, но при этом выжили неплохое место. Да, все, что было на юге зоны, там очень все обильно было. Сверху как-то попроще. Вот весь север зоны, он был реально проще. Там проще. Вега все, Вега контролировала, знала все. Ни разу им не вышли в спину. Единственный парень из 16-й команды, из Beastmod, лежал в спине, но я даже не видел, как Корва закрыли в итоге. Может, студии аналитики верили. Это очень-очень зрелищная карта была. Я думаю, тут есть что обсудить и правда в студии. Поэтому, друзья, вам слово. Дерзайте.